Соединенные Штаты Америки на фоне наращивания российскими военными своего присутствия в Крыму и агрессивной политики России по отношению к Украине перебрасывают в Польшу 12 истребителей F-16 и 300 военнослужащих. Совместные учебные мероприятия армии Польши и Соединенных Штатов Америки были запланированы ранее, сообщают в профильном ведомстве Польши, но в связи с ситуацией в Украине было решено ускорить их и расширить. Также дополнительные американские истребители были отправлены в Литву.